Испекла я пирожок не простой, а фигурный. Вот так научилась, первый раз вот такие сделала. Да, пришла Мура. Мура не очень интересуется. Мура пошла грибочком, который я сегодня нашла сейчас. И жук пришел. Молодые мои котята. У них запах незнакомый им. Едят не что попало, а едят только свои консервы да кирюшки. Специальную свою еду. Так вот, испекла я пирожки и сходила за своими грибочками, которые не могла собрать ни 23 февраля, ни 8 марта, а сегодня уже 14. Вот фламулина, бархатистоножковый, зимний опенок и иудина ухо. Вот они еще маленькие, они что-то плохо растут. Это аурикулярия уховидная или гриб муэр. Полезные грибы. Их можно есть даже сырыми. Вот такие грибочки у нас. Хорошо. Красиво. Сейчас переверну и покажу, какие у них бархатные ножки. С другой стороны, вот такие у них пластинки. И такие у них бархатные ножки. Жук, уходи. А зачем ты жука убрал? Он был... Мне пригодился. Такие вот грибочки. У них бархатные ножки черные. Красивенькие. И пластиночки светлые, беленькие всегда. Вот котики мои. Вот мои коты. Ну-ка, отстань. Травы у меня нету. Всю салфетку эту сживали. Да хватит тебе, а. Это же тебе несъедобно. Что ты делаешь, а? Ладно. Будем про грибы говорить. Пирожок. Вот я сегодня испекла пирожок, с чего я и начала. Научилась делать вот такие лаптики. Высмотрела в интернете. Вот. Все. Пойдем дальше. Всем пока-пока. И до встречи.